когда люди начинают это рассматривать, у тебя в голове наконец начинается складываться понимание, что люди ничего этого не видят. Да. То есть люди видят тупой какой-то пейзаж. И твое, как это, щенячий энтузиазм твоего счастья. И не могут понять, в чем дело вообще, что происходит. В этом парадокс фотографии и вообще всех видеосъемок. То есть смысл какой? Мы пытаемся сохранить навсегда то, что сохранить навсегда никогда нельзя. То есть вот именно в этом смысле, то есть смысл быть именно там, где ты есть. У нас есть вот друзья, которые, они просто фанаты фотографии, они делают миллиарды фотографий. Я иногда думаю, что, наверное, им хочется вот как бы сохранить, заморозить какие-то моменты, которые они испытали. А вот я думаю, что вот эти моменты нужно переживать, и фотография, в общем, это не средство сохранить. Поэтому я предлагаю выпить за этот момент, за этот костюм. Thank you.